В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Ты мать. Так. Сколько тут мышцы? Немножко, немножко. Кремеры провозились. Так, поставили километр. Так, поставили кремер. Так. О! Красота! Такая красота! Кремер поставили. Так, можно немножко обычно раздвигают, чтобы. Было тут немножко расстояние. Ну и сейчас померим. Ну вот теперь другое дело. Другое дело. Хорошо. Так, ну вот. Болтается немножко. Болтается, болтается. Так. Камеру вообще-то в этих случаях другую надо ставить. Я знаю, какую надо камеру. Эта камера называется U-образная. Так, сейчас посмотрим. Широкую. О, вот они кремеры все. Вот они все кремеры. Так. Вот она кремера будет. Так, 35. Ну, побольше. 25. Побольше. Вот такой. Такой кремер. Что сделаем? А, что ты такой, Саня? Да, Саня, ну давай сейчас камеру поставлю и приду. А, одна секунда. Саня, не обижайся, Саня. Вот такое важное дело. Саня. Видишь, Саня, с простой камерой болтается, видишь, вот эта картина. Как, какой простой? Вот это называется простая камера. А где непростая? А я сделал U-образную. Саня, я сделал U-образную камеру. Она, Саня, немножко другая. Немножко заваливаем. Но она у нас пригодится тоже. Так, где она у меня? Саня, вот она. Вот V-образная кремера. 35 мм.
35 это у нас здесь будет, а у нас будет 40. Саня, у нас будет 40. Вот она, Саня. А почему такая? А вот ты сейчас увидишь. Сейчас увидишь и поймешь, Саня. Вот ты же самый тоже дотошный, Саня. Где она нарисована? Она нарисована в учебниках во всех. Каких? По кровле. Для профессионала. У-образная клямера называется. Кто они? Авторы? Авторы? 24 список. Неизвестны. Я не живу, с кем дружу. Это очень хорошие люди. Да. Они состоятся на учете? В психдиспансере? Да, состоят. Вот видишь, в чем фишка? Нужно крышек даже ногой прижмет, чтобы ему зацепить. Крышек без ноги. Ну, значит, ему место в раю. Саня, вот смотри, видишь? Да. Мы теперь что делаем? Что мы делаем? Раз. Да. Вот U-образная клямера для этого и делает. Спрашивают, для чего U-образная клямера? Вот отвечаем. Вот, и эту часть мы теперь можем закрепить. Вот, прижали. Конечно, нужно работать по идее в специально таких кровельных сумках. Для этого инструмент не надо вот так вот бегать по всему залу, а все на месте. Хотя... Вот. Все, картина у нас закреплена. Теперь вторая картина. Вот она. Вот она, вторая картина. Проверяем вот здесь. Как она тут дышит. И мы что делаем ее? Поднимаем сюда. Ну, это мы сделаем чуть попозже. Мы сейчас сначала закрепим саморез, который у нас слева. Да, крышка, работа тяжелая. На крыше саморез движение. На крышах саморез используется 20, не меньше 25 миллиметров. Как это не используется? Кто тебе такое сказал, Саня? Картина, кто дырки-то наделал? Вот. Вот для чего служит U-клямера. Понятно? Он временный или постоянный? Временный. Вот мы подгоняем. Как ты его потом выковыриваешь? Ну его не надо выковыривать. Ты его просто подрежешь вот здесь и все. А это останется. Вот, понимаешь? Понимаешь теперь? Что-то у нас все болтается. Что здесь плохо? Расстояние большое, видишь? Это нехорошо. Поэтому мы что делаем? Мы один момент упустили. Надо было, когда мы делали вот эту картину, нам ее нужно было прижать зажимом, понимаешь? Вот специально есть зажим для крылечка. Вот он.
Сейчас мы его применим. Сейчас мы его раскрутим здесь. Так.